Сказываю, ну, что смотрите. Видите здесь, что творится? Это нефть. Это нефть, которая идет с нефтяной качалки. Вон качалка нефтяная, видите, стоит. И оттуда нефть сюда идет. Сюда фуры подъезжают и забирают все, что им нужно. А вот с газовой, с газового месторождения, вон газовое месторождение, я сам покажу. Вот газовое месторождение. Видите, трубы идут. И смотрите, куда они идут. У вас будет дикий шок сейчас. Я специально записываю это. Хочу отправить теперь это и в YouTube, и куда угодно. Пускай народ знает, что творится в моей стране. Такого беспредела я еще не видел. Просто жуткий беспредел. Мы вызвали полицию, ждем полицию, пока все фиксируем, абсолютно все незаконные моменты. Но вот то, что вы сейчас увидите впереди, вас подвергнет вообще в дикий шок. Это украинская земля, это эти моральные уроды, которые занимаются разработкой газа и нефти у нас в стране, которые качают это все, которые продают непонятно куда. Посмотрите, что они делают. Вот. И вот по этой трубе оттуда идет. Вот. Оттуда идет нефть, слив, отсюда идет газ, слив. И вот так вот на месторождениях. Я не знаю, что вам сказать, дорогие друзья. Мне бы очень хотелось бы вам много чего сказать. Но я прекрасно понимаю, что, скорее всего, это вас не впечатлит, и вы все равно делать ничего не будете. Поэтому собирайтесь и варите нахер в Польшу, в Германию, работайте там, клубнику собирайте, стройкой занимайтесь, все что угодно, работайте на кого-то. А мы с небайдужими будем все-таки строить нашу с вами страну. Точнее, нашу страну. Без вас, тех, кто не хочет помогать нам. Еще раз посмотрите. Вот это наша Украина.